сегодня я поймала себя на мысли, что больше середины зимы уже прошло, а это значит, скоро весна и нужно быть в форме. И зарядка нам в этом поможет. Доброе утро всем, кто проснулся. Доброе утро. Начинаем нашу разминку следующими упражнениями. Опускаемся вниз. Если вы еще на кровати либо на диване, то прекрасно остаемся лежа на спине. Ноги мы приподнимаем вверх, руки перед собой. Мы делаем легкие скручивания подбородка до груди с круглой спиной. Несколько раз поднимаемся наверх. Почувствуйте, как напрягаются прямые мышцы живота. Спина наверху немного округляется. Расслабьте подбородок. Делайте выдох наверху еще 3, 2 и 1. Хорошо. Следующее упражнение. Что мы делаем? Мы остаемся лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги сгибаем в тазобедренном коленном суставе на 90 градусов и поочередно сгибаем, разгибаем коленный сустав левое, правое. Можете смотреть на нас в телевизор, либо в себе в потолок. Если вам это положение очень легкое, можно приподнять корпус. И то же самое, у вас будет еще больше напрягаться ваш пресс. Почувствуйте, как появляются у вас кубики на животе. Еще 4, 3, 2 и 1. Хорошо. Следующее упражнение. Руки мы открываем в сторону. Правую ногу приподнимаем вверх, вторую ногу выпрямляем и скручивание в одну сторону. Почувствуйте расслабление в поясничном отделе и в другую сторону. Это, кстати, упражнение у меня в последнее время топ номер один. Оно клевое, правда? Растяжение поясничного отдела. Потому что весь день мы сидим, стоим. Особенно если у кого есть грыжи или протрузии. Вообще топчик. Очень-очень добавляет комфорт. Давай сделаем в одну сторону и последний раз в другую сторону. Ой, прям хорошо. Самая приятная часть. Приподнимите подбородок, обхватите колени и сделайте легкие перекаты на пояснице. Представьте, что поясница должна продавить пол, а позвоночник стал как будто лук, круглый-круглый и натянутый. Желательно на этом упражнении, я думаю, чтобы вы лежали немного на твердой поверхности. Можно на ковре, но не прямо на голом полу или кафеле. Можно что-нибудь подложить, но чтобы это не была, наверное, сильно мягкая кровать. Можно еще делать на горячем песке где-нибудь на море. Да, о, это вообще. Это будет самый идеальный вариант. О, хорошо-то как. Все классно. Доброе утро всем. Выполняйте этот комплекс. Я проснулась просто. А я получил релакс поясничного отдела и прокачал пресс. Всем хорошего дня.